сейчас 20 часов, и мы наблюдаем, что пожар медленно, но тем не менее уверенно приближается к нашему отелю. Над головами пролетают вот эти вот пожарные вертолеты. Пока что безуспешно они пытаются потушить. Неутихающее пламя. Вон. А пожар пошел сейчас в сторону поселка Ичмелер. Оттуда мы видели часов 6-7 двигающихся людей с чемоданами, поскольку там, наверное, дышать вообще невозможно. И, кстати, могу показать, видите, очаги возгорания уже находятся на склонах гор, ну, на другой стороне залива. В общем, оставайтесь с нами, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.